И всем приветики, мои секретики, и вы с моим канале Секретока. И сегодня с вами снова я, Силия, и я парень Сили Лео. Сегодня у нас выходит продолжение моего дня рождения. Так что давайте же не будем затягивать и уже поскорее начнем. Всем приятного просмотра. Кто еще не знает, то у нас появился новый член семьи. И это вот такой вот зайчонок. Это девочка, подружка для нашего Рики. Ну и, в общем-то, сейчас мы уже будем вместе с Лео. А, кстати, можете заметить, мы уже купили для нашего зайчонка новый домик. И пишите свои идеи для имен обязательно в комментариях для этого зайчонка, так как мы выбираем до сих пор еще имя, кличку. И обязательно лайкайте другие комментарии, чтобы все-таки, чтобы мы могли посмотреть, какое вам больше всего понравится имя. Я выберу то, которое мне тоже нравится. И мне, конечно. А сейчас мы идем собираться. Итак, так как у нас сегодня будет такой вот необычный праздник, сейчас, в общем, ребята, мы с Сили пойдем покушаем в кафе, так романтичненько посидим. Да, поэтому, как обычно, одеваемся, давай. Я пока что пойду почищу зубы. Что, Лео, ты серьезно полдня не чистишь зубы? Ужас. Ребята, вы этого не слышали, хорошо? Я вот выбираю, что мне надеть. Вроде бы не хочется такого как-то сильно официального вида, а вроде сильно какого-то не такого вида хочется. В этом я была на дне рождения у Майка. Вот в этом я еще не была. Прекрасный вид. Лео, ну как я тебе? Вау, Силе, ты сногсшибательная. Очень красивая. Спасибо большое. Ну ладно, все, я пошла собираться тогда. Давай, я тоже сейчас уже оденусь. И на самом деле я тоже сам не знаю, что одевать. Наверное, такой вот... Сегодня я хочу взять вот такую сумочку. Силе, у тебя туда даже телефон не поместится. Зачем ты ее берешь? Потому что она мне больше нравится. Все, пойдем. Ну ладно, пойдем. Ой, камин не выключили. Лео гений. Ой, я хочу еще очки надеть. Настроение супер. Эй, Силе, куда ты поехала? Пока, мои дорогие. Ну и, ребята, если вы не знаете, то для Силе я не просто приготовила поход в кафе, а еще кое-что другое. Так что сейчас мы с вами обязательно это все увидим. Ладно, не буду это надевать. Привет, ты что там бубнил? Ничего не бубнил. Едем на первый. Соседей уже нету, а жалко. Ну да, бывает. Все, никто на второй этаж уехать не сможет. Пойдем. Пара-па-пам. О, ну вот, наконец-то мы пришли. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Вот наши, пожалуйста. Спасибо. А, проход можете оплатить. У нас забронирован столик на 2 часа. Угу. На 2 часа, хорошо. Пожалуйста, прикладывайте карту. Оплата прошла успешно. Проходите, я вас проведу. Здесь, если что, туалет. Угу. И вот ваш столик, пожалуйста. А почему здесь еще грязно? Ну, что-то другая еда. Извиняюсь, кто-то здесь принес ее. Жизен, подойди ко мне. Добрый день. Ой, здравствуйте. Так, добрый день. А, здравствуйте. Здравствуйте, можно это как-то убрать? Это не наш заказ. Почему здесь не ваш заказ? Столик должен был освободиться, мы его бронировали на это время. Извиняюсь. Нужно это куда-то переместить, пожалуйста. Старший, перемести куда-нибудь это чудотворение. Конечно, мы очень извиняемся и приносим свои извинения. Приятного вам отдыха, наслаждайтесь. Вещи, если что, можете оставить в гардеробе. Итак, в общем, ребята, мы сделали заказ, и сейчас нам должны будут приготовить и принести еду. Угу. Я пока что схожу в уборную. Давай, сходим. Хочу заснять, как там красиво. Всегда люблю там сниматься, ну и фоткаться, в принципе. Официант. Да, конечно, к вашим услугам. Я уже выбрал свой заказ, вы же помните наш договор? Угу. Через 15 минут подойдут ваши гости. Да, все приготовим. Здесь и вправду очень красиво. Мне здесь прям нравится. Ну что, ты сделала заказ? Угу. Париж. Париж. А ты Париж? Да. Так, пожалуйста, со мной на русском разговаривай. Я не понимаю по вашим, там, я не знаю, французским. Здравствуйте. Ваши заказы готовы, пожалуйста. Ой, готовы их принять.
И вот ваш заказ. Так, пожалуйста, суши, роллы и еще вот такой вот... Еще вот такая композиция. Хлебушек надо на стол? Да, желательно. Благодарю, спасибо. Спасибо. Где можно взять кухонные приборы? Вон там. А еще можете там же взять напитки. Хорошо, я сейчас возьму. Давай. Я, короче, ребята, вообще недавно начала только пробовать роллы, ну и они мне как-то понравились, и решила сейчас тоже их здесь попробовать заказать. Все, давайте тут ждать. Ой, подождите. Привет, вы что, уже пришли? Ну, Лео, что за вопросы, как видишь? Привет, Лео. Привет. Привет, Майлз. А с нами ты что, не здороваешься? Да нет, я с вами поздоровался. Вообще-то я со всеми поздоровался, просто... Выразила акцент на Майлза. Ладно, в общем, ребята, сейчас должна будет заиграть совсем другая музыка, не такая, как эта. Надеемся, что все получится. Угу, это точно. Ты куда уходил? В уборную. А, понятно. Знаешь, здесь так красиво. Да, я поэтому и обожаю здесь всегда сидеть. Свой день рождения. Ой, что это? С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Мэри, Майлз, вы здесь все? Да, Силья. Ай, прям мне в лицо. Ну да, это такая пшика, какая-то розовая. Я специально для тебя выбирала. Да. Спасибо вам большое. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Силья. Аплодисменты! Итак, дорогая Силья, мы бы хотели тебя поздравить от всех-всех-всех, кто сейчас здесь, точнее, от всех твоих друзей, от нашего коллектива, который готовил этот торт. И, конечно, хотим еще поблагодарить того, кто выбрал этот торт. Это, конечно же, Лео. Шоколадная душа, конечно. У вас парень... Ну, как вы можете увидеть, бенгальские огонечки, все, наверное, как вы мечтали. Да, я так давно хотела такой торт. Я просто плачу. Не плакайте, если они то тушь испортится. Давайте задувайте свечи, и мы все вместе крикнем «Ура!». Давай, Силя! Мы верим в тебя. Да! Давай, Силя, задувай. Да ну тебя! И... Спасибо! Ну а теперь, чтобы вам было не так тесно, вы проходите в наш VIP-зал, пожалуйста. VIP-зал? Ты серьезно, Лео? Да, пойдем. А, еда? Вау! Ой, это что? А это для тебя еще одно кольцо, точнее мой подарок, который я сделал. Еще одно кольцо, Лео. Зачем в такой коробочке? Как будто мне опять предложение делаешь уже. Какое? Второе, да. Угу. Это второе предложение делаешь, Лео. Ну, кольцо, конечно, безупречное, как я давно и хотела. Я, пожалуй, его положу обратно. Присаживайся, вот торт. Снова зажжу свечи. Вау! Ты еще не представляешь, как мы эти хлопушки искали. Вообще. Ну, классно ты придумал, Лео. Спасибо. Пожалуйста. Вот ваши еще огоньки нужны? Нет, уже спасибо. Угу. Я их потушу тогда. Забирайте, пожалуйста, ваш хлебушек. Так, вот роллы. И ваше еще одно блюдо. И сейчас для всех остальных обязательно тоже принесем блюдо, как и полагается. Вы же уже делали все заказ. Угу. Да, делали. Да. Хорошо. Погасила свечи, загадала желание, чтобы в этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер... Он провел с тобой. Не надо ни подарков, чего-то то-то-то-то-то-то. День рождения твой. Да, я знаю эту песню. Не знаю, узнают ли ее подписчики. С днем рождения, и я, и я. Ну, это-то понятно. Ой, можно мы тебе сейчас подарки вручим? Конечно, можно. Что ж, Силья, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого-самого наилучшего, чтобы ты... оставалась такой же красивой, умной и продолжала также помогать всем, быть такой же доброй.
Желаю тебе счастья, естественно, здоровья, никогда не болеть, никогда не грустить, потому что такой девочке, как ты, я уверена, что нельзя грустить. Я поздравляю тебя с этим днем и вручаю тебе вот этот подарок. Надеюсь, ты его оценишь. Спасибо огромное, Майлз. Можно тебя обнять? Конечно. Ну, я, как обычно, в своем репертуаре, ну, точнее, дарю вот такую тебе открытку, она поет. Днем рождения! Я поздравляю тебя! Очень милая открытка, спасибо, Кейси. Что-то еще? Да, однозначно еще вот такой подарок. Ну, и я думаю, что в этой открытке все сказано, так что дополнять больше нечего. С дрэшкой, ЛПшка. О, спасибо. Люблю тебя, Кейси, за твою искренность. Селия, хочу поздравить тебя с этим прекрасным днем. Я хочу сказать, что ты самый лучший человек, которого я встречала на этой земле. Самая моя лучшая подруга. Лучше и добрее человека, мне кажется, тебя нету в этом мире. Ты с хорошим чувством юмора. Ты душа любой компании, как и таких довольно не сильных и не смелых людей, так и наоборот. Ты подходишь для всех. Я хочу, чтобы ты оставалась такой же успешной всегда и везде, чтобы все твои цели, мечты сбывались обязательно, чтобы все твои друзья тебе только помогали, приносили удовольствие, никогда никто не огорчал, чтобы питомцы тебя слушались, чтобы Лео тебя слушался, ну и ты его, естественно, слушалась. Желаю вам вашей, так скажем, семье. Так, Мэри, не спойлери. Ой, сори. Желаю вашей паре однозначно благополучия парного. В общем, благополучия, любви и верности, чтобы у вас все было хорошо и сложилось вместе все так, как вы захотите. Ну, принимайте этот подарок от меня. Поздравляю! Поздравляем! 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 Ура! Дальше мы сидели, ели роллы и многое другое. И проводили сногсшибательно это время. Потом и вовсе стемнело. Ну и нас началась просто туса, мы жестко отжигали. Мы, конечно, и под медлячок немножечко потанцевали. И вместе. Но я ее потом, конечно же, поддержала. Ведь она моя ЛП. Туру-туру-ду-ду-туру-туру-ду-ду. Крестики, нолики, две Миланы в домике. Укатились наши шарики за ролики. Улыбаемся, разгоняя тучки. Люди обзываются, что мы две почемучки. От пути не путю, но кому я говорю? Не путю, ведь я люблю свою лучшую подругу ЛП. Вот такой вот жесткий тусняк у нас сегодня получился, ребята. Ну, если вы хотите еще увидеть третью часть, то пишите об этом в комментариях. И если хотите узнать, что же мне подарили Мэри, Кэсси и Майлз. Ну, а я хочу огромное сказать спасибо Лео за эту всю вечеринку, тусу, что он устроил, пригласил друзей, потому что я даже не ожидала этого. Я думала, мы будем вообще наедине отмечать мой день рождения, так как это вроде не юбилей. А оказалось, что столько много всех пришло. Для меня это очень ценные люди, поэтому для меня они означают многое. Ну а на этом все. С вами была я, Силия. День рождения, если что, у меня было в октябре 14-го. Видео выходит позже. С вами был я, Лео. Я Кэсси. Я ЛП Мэри. И я ЛБ Майлз. Вот такие у меня ЛПшки и ЛДшки сегодня были. Всем пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Всем пока-пока и до встречи в новом видео.